Сегодня у танцевально-хореографического ансамбля «Волна» юбилей 30 лет. В честь этого его воспитанники под чутким руководством своих любимых хореографов подготовили множество ярких и красочных номеров. В зале районного культурного комплекса собралось много детей и их родителей, которые когда-то привели своих чад заниматься одним из красивейших видов искусств – танцами. В праздничный день вспомнили самых первых учеников ансамбля, которые впоследствии стали преподавателями и уже профессионально посвятили свою жизнь занятиям танцами. Также поздравить творческий коллектив пришли сотрудники администрации городского округа. И скажу честно от души, что ни одно знаковое мероприятие, которые проходят на территории нашего городского округа, не обходится без участия этого потрясающего коллектива. У нас работают выдающиеся профессиональные педагоги, которые делают просто невероятные мероприятия, делают невероятные события, и я уверен, что сегодня этот концерт будет тоже невероятным. И действительно, номера, подготовленные воспитанниками ансамбля «Волна», были разнообразны и прекрасны. Мы с вами, когда видим выступление «Волны», думаю, все испытываем одни и те же ощущения. Рисунок танца, видеоряд, музыка, свет – все это создает единую картину, в которую ты погружаешься. Я вот сейчас опять забыл дышать. Забываешь дышать, растворяешься в танце, полностью погружаешься. Я под конец почувствовал брызги морских волнушек. То есть я просто схожу с ума, когда я смотрю выступление этого ансамбля. Желаем танцевальному ансамблю еще долгих и творческих лет жизни. Мария Буржинская, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».